Еще на нашем рынке стал появляться для особо требовательных пользователей ключ с электронной начинкой. Он включает в себя различные настройки, автоматическую компенсацию температуры окружающей среды, что немаловажно, плюс индикация затяжки имеет звуковой сигнал и при помощи трех светодиодов. Имеет память на 10 последних затяжек, что очень удобно. Все известные, самые популярные единицы момента. Вот. То есть в данном случае для России приемлемо килограмма на метр. Вот. Устанавливается путем нажатия кнопки Set. Выбираем затяжку, допустим, восстанавливаем ее на 10 килограммов, так как тест у нас происходит на этих величинах. Также он двухсторонний на откручивание и закручивание. Вот. Выставили 10 килограмм. На ключе 10 килограмм. Теперь будем проверять его на стенде. Начинаем создавать нагрузку при приближении требуемого значения. Ключ издает сначала редкие сигналы, потом загораются светодиоды. Это говорит о том, что требуемая величина достигнута.